Сегодня я познакомлю вас с новым портретом. Портрет йорк-терьерочки. Я ее так назвала, потому что это йорк-терьер. Девочка, она вот с хвостиком. Портрет выполнен шерстью на холсте. Это сухое валяние. Шерсть наносится сухим валянием, иголочкой, на ткань. То есть это лен, льняной холст, и вот шерстью нанесен рисунок. Размер 32 на 23 сантиметра. Это вот размер с рамой. Вот такая красивая девочка. Сзади оформлена вот так. Здесь инструкция по уходу, как надо ухаживать за таким портретиком. То есть она без стекла, это все вот в открытом виде. Вот такой красивый портретик.